А были ли на Камчатке паровозы? Нет, не было. Теперь на Камчатке паровоз есть. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Есть ли на нашем полуострове железные дороги? Да, есть. Сейчас единственная железная дорога, сохранившаяся и действующая, на золотом месторождении в Корякии. А вообще, первая железная дорога, первая узкоколейка на Камчатке появилась в самом начале 20 века. Она была очень короткой и построена возле Петропавловского маяка на мысе Маячном для того, чтобы по склону доставлять уголь и дрова к маяку. И приводилась она в движение так называемым гужевым транспортом, то есть лошадьми, а вовсе не каким-нибудь локомотивом. А есть ли на Камчатке паровозы? Скажите, нет? Вот и я до недавнего времени думал, что их нет. Но недавно я обнаружил паровоз на Восточном шоссе. И вот сейчас мы на него посмотрим. Вот этот паровоз, который за моей спиною, находится, как я уже сказал, на Восточном шоссе. Конечно, эта архитектурная композиция, этот арт-объект не представляет никакой художественной ценности. Но уже хорошо, что нашелся кто-то, кто не пожалел времени, сил, материалов и украсил вот такой вот конструкцией Петропавловск на Камчатке. Паровоз на Восточном шоссе, в столице Камчатского края. Сантехнические пластиковые трубы. Куски бетонных труб. Бордюрные камни. Вот из этого сделали паровоз. Нравится? Жмите кнопочку лайка. Не нравится? Жмите кнопочку дизлайка. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу такого высокого искусства. Thank you.
А теперь двинемся дальше, чтобы посмотреть еще один монумент. На этот раз не слепленный из дерьма и палок, а сделанный очень добротно и хорошо. И поедем мы в район 6-го километра. Там не так давно был открыт монумент труженикам тыла. Двинули. А теперь я подхожу к монументу труженикам тыла. Недавно этот монумент был установлен в сквере в микрорайоне Дачном. Вот видите сзади меня этот самый монумент. Мне он, откровенно говоря, нравится. Я вообще люблю реалистичное искусство. Здесь нет никакого модерна. Он выполнен в классическом, простом, лапидарном стиле. Монумент труженикам тыла. Труженикам тыла 1941-45 годов, участникам Трудового фронта Камчатки в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы побывали в двух местах столицы Камчатского края. Первое место – это Восточное шоссе. Там мы полюбовались единственным на полуострове паровозом, эдаким замечательным образчиком тяжелого российского машиностроения. Ну, какая страна, такое и машиностроение. А потом мы перебрались в микрорайон Дачный. Там, в парке, мы смотрели на монумент труженикам тыла. Помните стихи со строчками «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки.
Если вам нравится наблюдать в моем видеодневничке посещение разных мест не только Петропавловска, но и различных районов полуострова. Пишите комментарии. Не забудьте, что один раз в месяц каждый, кто сделает пожертвование, так называемые донаты, на номер карты, указанный в описании под роликом, сможет принять участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома о Камчатке. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации. В правом нижнем углу кадра нажмите на вот эти кнопки. Нажали? Отлично. Значит, теперь вы будете получать извещение о новых роликах на канале. До свидания.